S6500, это у нас Samsung модель Galaxy Mini. Сегодня мы будем менять на нем тачскрин. У нас сломанное стекло, видите. Меняется быстро, просто. Выключаем телефон. Так выглядит новый тачскрин. Проклеены. Снимаем крышку. Разбираем телефон. Задняя панель прикручена 5 одинаковыми болтами. Снимаем заднюю панельку. Тач. С драйвером давайте проверим его сразу. Включим и проверим. Ждем. Телефон загружается. Это у нас телефон загрузился. В принципе, я думаю, все нормально, разблокировка работает. Вот видите, можно менять. Снимаем плату, отстегиваем разъем экрана, снимаем плату, греем при температуре 300-350 градусов. Я думаю, можно экран снять. Давайте сначала прогреем. Снимаем. Далее можно канцелярским ножом вот так вот просто срезать. Довольно сильно приклеен. Снимаем сверху. Давайте снимем экран, чтобы он не мешался. Очистим поверхность.
снимаем старый скотч, все что лишнее. Очищаем от пыли, всякого мусора. Поверхность должна быть гладкой. Потому что тач будет прилегать плотно, вплотную, ничего не должно мешать. Снимаем пластик с нового тача. Ставим. Экран. Удалили пыль, кнопку Home. Плату поставили, застегиваем тач, панель. В общем-то и все. Включаем телефон, закручиваем. 7-8 минут уходит на все, про все. Это был Galaxy Mini S6500. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачного дня.